Всем привет! Для вас работает Алиса. Ripple отдает предпочтение росту числа транзакций XRP росту объема. Об этом говорится в недавно опубликованной статье старшего вице-президента по продуктам и корпоративному развитию Ашиша Бирла. В статье он говорит: «Мы уменьшаем акцент на крупных платежах, которые традиционно используются для финансирования предприятий и услуг, для поддержки индивидуальных транзакций с низкой стоимостью, что позволяет удовлетворить растущую потребность в денежных переводах и платежах. Это может уменьшить общие объемы транзакций». Но, как пояснил технический директор Ripple, Ripple всегда предпочитал проводить меньшие платежи напрямую получателям, а не делать большие платежи. Вы смотрели самые быстрые видео новости? KCN. До скорого!